Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наташ, ты знаешь о том, что существуют большие-большие растения? Ну, конечно. Только какие из них ты имеешь в виду? Ну, какие-какие? Растительные? Тоже мне выдумал. А что? Ну что? Ну какие растения? Ну вот деревья – это растения? Растения. А цветы – это растения? Растения. Ну вот, уже разница есть. Ну какая разница? В чем разница? Ну когда ты сказала о том, что существуют большие растения, ты имел в виду деревья или цветы? Деревья или цветы? Я имел в виду растения. А, вспомнил! Оно цветет! То есть это вид цветущего растения? И не только цветущего, но и очень вреднющего. Угу. Большое, цветущее, вреднющее растение. Что же это может быть-то? Гераклиум. Что-что? Гераклиум напоминает имя героя греческих мифов. Ну да, а Геракл, он какой был? Большой такой, здоровый. А растение это тоже большое, здоровое. Но на самом деле к Гераклу никакого отношения не имеет. Ну как же не имеет? Его же называли... Как его называли-то? Гераклиум. Вот, значит, имеет отношение. Иначе бы так не назвали. Да растение-то большое, но не забывай, оно очень вредное. А Геракл был большим и что делал? Подвиги совершал. А Гераклиум только подлости совершает. Ну какие же он подлости совершает? Так сок этого растения очень ядовит. А, ну значит не надо пить сок этого растения. Его, конечно, пить не надо, но этот самый Гераклиум настолько вредный, что даже прикасаться к нему опасно. Да что же это за растение такое? Я знаю немало растений, в том числе и опасных, и вредных, только Гераклиума не припомню. Да потому что он скрывается. От кого? От всех скрывается под чужим именем. История принимает загадочный оборот. А я это имя знаю. И не испугаешься? А чего не испугаюсь? Не испугаешься произнести имя этого злодея? Да нет, не испугаюсь. У него очень простое имя. Борщевик. То-то, я думаю, что-то знакомое. Да что, приходилось соприкасаться? Ты знаешь, приходилось видеть. Но я к нему не прикасалась, чтобы потом кожу не жгло, чтобы она не чесалась. Мне этого не нужно. Да, конечно. Этот самый борщевик, похоже, крапивы будет. Да, крапива по сравнению с ним ласковая травка. Но ведь тоже жжется. Ну, не так, как борщевик. Уж не знаю, как жжется борщевик, да и знать не хочу. Да. Давай лучше покажем портрет этого негодяя, чтобы все обходили его стороной. Вот оно, это опасное растение. А сейчас мультфильм покажем. Ну, совершенно безопасный. Заросли борщевика очень привлекают к себе людей. Да, они похожи на какой-то доисторический лес. Но в этот лес ходить не надо. Этот поход может очень дорого обойтись. Да уж, динозавров вы там, конечно, не встретите, но обожжетесь очень сильно. Да, вот и нечего к нему близко приближаться. И прикасаться тоже нечего. Лучше сразу говорите ему «до свидания». А мы с вами тоже прощаемся, но зато скоро увидимся. До свидания, до новых встреч.